тоже есть сало. Самый главный момент во всей в этой процедуре, чтобы сало растопилось внутри картошки. Чего меня перебивает? Разрезаем картофель, в картофель добавляем колбасу, аккуратненько складываем, закрываем, и вот Леонидовна не приготовила нам то, что нам надо. Заворачиваем картошку. А потом их хватит. У нас 4 их. Зачем ты это сделал? Потому что мало фольги, дорогая. Мало. Две не хватит. Она пропала, выкинь ее. Она пропала, выкинуть ее? Да. Она пропала. Выкинем ее. А это не пропало? Это не пропало. Так. И вот так. И закрываем. Вся была заворачена, заморочена. На 3 штучки. 3 штучки. Я думаю, мы не с голоду не умрем. Откуда эта картошка? Покупная. А, нет. Чего нет? Это не покупная, это наша. Почему? Я не знаю, почему уже внутри плохая. Свежая картошка. Да? Вот таким вот образом. Все. Можно заканчивать нашу историю.